Що ви молчите? Хто стоїть на роботі? Хто старше? Зараз, по-перше, буде пожарний, я старший. Що буде пожарний? Що опять пожар чи що? Я представник власника майна, це охоронна фірма. Як вас звати? Мене звати Віталій. Віталій? Так. Фамілія? Ну, немає значення. Немає значення? А какой охранной фирмы вы представитель? Ну, тоже не имеет значения? Мы не хотим. Вы товариство Полис представляете? Да. Товариство Полис, да? Да. Вы представник, да? Да. Тогда к вам вопрос. Смотрите, у нас в том помещении, да, на втором третьем этаже, да, находится определенная сумма денег в определенном месте, да? Находится мебель, находится майно, ценное майно. Я ваш вопрос задаю, что там это, по поводу нашего майна? Ви отобрали, забрали, присвоїли собі, или яка ситуація? Ми не забрали нічого, питайтеся в поліції. Ну так я хочу свої гроші забрати. Мені з поліції приходити тоді? Тільки з поліції. Тобто з поліції преси не можна. Можна, теж з поліції. Ну от просили як... преси, давайте проведіть нас, ми заберемо гроші. Ні, ми зараз не пускаємо. Це є майно фірми поліції, фінансової компанії. Майно що мається в виду? Будівля. Ну там моє майно знаходиться. Ну, зараз не можна туди. Чому? Тому що поліція проводила певні дії, ми туди нікого не впускали. Тільки з поліції, з відповідним органом. Тобто ви захватили і майно ми наше, нічого да? не захватили. Ну там наше це майно. Наше... Я не знаю, як чи ви... є там майно. Деньги мої там лежать. Я конкретно. Не знаю, що там лежить. Якщо, по крайній мірі, ви їх не присвоїли, то там деньги лежать. Ми нічого не присвоювали, і ви ніяких грошей не там не мені нічого не віддавати не будете, так? Да? Ну, я по-перше, я не знаю, чи є там ваші гроші. Ну. Абсолютно не знаю. Наша будівля має відповідати. Ну, вот такой подход. Давайте определимся. Дата сегодня. Сегодня 26-е. Какое сегодня? Я не помню. 26-е, по-моему, да? Сейчас я посмотрю. Посмотрите, да. И время. Время 15.45. 27-е. Четверг, 27 октября. 2016 год. 2016 год. Можно у вас взять интервью? Да, пожалуйста. Добрый день, Полтава. Ну, с вами я, Александр Демидович. Сегодня я пришел к отелю «Голд». Вся Украина последних двое суток наблюдает за происходящим. Попытка рейдерского захвата, попытка сжечь здание. Сейчас мне согласился дать интервью владелец. Вы владелец, да? Ну, я не владелец, я управляющий. Управляющий. Сейчас я все вам буду показывать. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Егор Игорь Михайлович. Вы управляющий этой гостиницей, комплексом. Ну, да, у меня есть доверенность на управление. Расскажите, что последние дни здесь происходило? И вот мы с вами подошли, я увидел каких-то молодых людей. Они не пускают ни вас, никого не пускают. Хотя я вижу, что оттуда человек вышел. Да, это вчера приехала фирма «Полис», которая занимается рейдерскими атаками. Это у них не первая атака. И как бы заняла первый этаж. То есть они сейчас на первом этаже полностью оккупировали его? Ну, теперь уже на втором тоже, и на третьем. То есть уже полностью осветился. У вас есть там какие-то ценности? Да, у нас там есть деньги, предприятия. Мои личные вещи, деньги. И там у нас, ну... мебель, аппаратура, много ценных вещей, сейф, документы. А вот эти вещи, о которых вы говорите, ну, насколько я понял из всех рассказов, как бы здание, оно залоговое было как-то в банке или что-то происходило? Ну, оно было в ипотеке, да. Как бы, да. Ну, там споры уже 7 лет идут по поводу этой ипотеки. То есть там спорные вопросы, уже, которые суды рассматривают 7 лет. В том числе, когда они купили у банка полис, долг, да, как бы, уже есть решение суда августа месяца, где им отказали. Они, у них был, значит, спор по поводу, чтобы через суд вернуть им ипотеку. И апелляция отведмовывала. То есть есть решение такое суда. Но, тем не менее, они вот у вас мотивировка менее, никакая. Тем не менее, смотрите, они берут у нотариуса, делают театральный
надпись нотариуса о том, что переписывает все на полис. Согласно договору ипотеки. Но, во-первых, что оно в споре, это раз. А второй, уже не первый год. А второй вопрос, что там был арест наложен на відчуження. И тем не менее, несмотря на это все, нотариус, Днепропетровский нотариус берет и снимает, переписывает на них. Вот эти ценности, о которых вы говорите, аппаратура, деньги, они имеют отношение к общему делу какое-то? Ну, там предприятие, это Тутов Дегорский, арендовало помещение, то есть занималось розничным бизнесом. Ага. Вот там все их, и офис был. То есть оно, в принципе, ни к суду, ни к этому делу всего не имеет никакого отношения. Только аренда. Да. А скажите, вот вы сейчас, вас они не пускают. Вы боитесь все-таки войти? Это все-таки вы чувствуете физическое какое-то противостояние? Ну, так я вам скажу больше. Они нам угрожали, что нас оттуда выкурят. В концовке, мы сейчас идем сейчас писать заявление о том, что покушение на убийство было. Мы практически у нас, мы там четвером дежурили, ночевали. Если пожарники нас не разбудили, то мы бы уже и сегодня уже интервью не давали. Потому что один человек уже гарным газом отравился, его вынесли на улицу уже, он уже без сознания был. Приехала скорая помощь, его откачали. Ну, одним словом, они что хотели, то сделали. Они сделали поджог, сделали так, что мы, ну, слава богу, остались живы, но сегодня криминальную справу открыли против меня и сына за хулиганство и за поджог. То есть, что это мы сделали, подожгли. Ну, такая ситуация. То есть, и как бы они фигурируют тем, что немножко финансово эту ситуацию поддерживают, чтобы нас попытаться закрыть. Чтобы нас милиция не закрыла, есть такое предложение, что мы все судов, свои иски позабирали. Вот собирайте все иски с судов или будете сидеть. И я думаю, что их на этом этапе, если пресса не вмешается, их поддерживают. То есть полиция, как бы, получается, замешана в этом все-таки? Как вы видите? Ну, есть по слухам, да, что вот, в принципе замешана. Если начальник милиции БЭХ дает по телевизору информацию, что подпал сделал сын хозяина. Хотя здесь властники две хозяйки. И сын, значит, одному 10 лет, одному 3 года. Значит, тот он считает БЭХ, что или 3-летний подпалил, или 10-летний подпалил. То есть он как это взять начальнику милиции и озвучивать на весь мир, да, о том, что вот сын хозяина. Хотя там нету хозяина, а есть только хозяйки. И дети у них малолетние. То есть до конца даже не понимает, о чем говорит. Не понимает, о чем говорит. А дальше, значит, задача у него такая, что это сделал сын. Значит, дальше будет и вопрос решаться так. А скажите, я вчера был очевидцем, все-таки вас видел и еще молодого человека. У молодого человека явно нервный срыв был. Ну, конечно, и да. Он себя вел. А он кто? Да, какой? Это мой сын. Да. Это ваш сын, да? Да? Да. То есть его личные вещи тоже здесь какие-то есть, по-видимому? Ну, я не готов сказать, что какие-то, наверное, есть, но... Просто у него мотивировка была, что его живьем хотели сжечь. Ну, знаете, мы уже просто и в шоке были, и крыша немножко сорвала, потому что... Ну, я видел, да. Ну, то есть... На сегодняшний момент, какие действия дальше, вы думаете, будут? Ваши действия дальше? Ну, наши действия, главное, чтобы как-то озвучить прессе, чтобы нас по беспределу не закрыли. Как они говорят, 2 месяца мы вас закроем, вы будете себя вести по-другому. То есть подпишите, что вам нужно. Вот мы действия на сегодняшний день, чтобы нас хотя бы не закрывали, а мы уже обжаловали эту... постанову нотариуса, как ее можно назвать, ага. Мы уже обжаловали. То есть вы боитесь все-таки, что и полиция где-то будет применять? Да, я боюсь, конечно, что в этой стране будет против нашего давления идти, потому что они готовы сюда занести денег, чтобы порешать свои вопросы, все. А как вы считаете, вот эти молодые люди, они все-таки в рамках закона действуют, вот они не пускают, вот все-таки, да, я подошел откровенно, я скажу, я боюсь туда пытаться. Смотрите, даже там зайти. Милиция, может быть, не такая же и плохая, они тоже открыли дело за самоуправство. С их стороны? Ну, конечно, они самоуправством все занимаются, угу. Они открыли дело, ну, насколько оно быстро куда-то пойдет, то я думаю, что они как открыли, так и закроют. И ничего им не будет. Нет, за то, что они самоуправством занимаются, за то, что там вот деньги лежат, за то, что вот имущество пропало, за то, что мы чуть не
погибли. А как вы думаете, все-таки материальные ценности, они сейчас целые или же, может, есть вероятность, что их уже нету? Или частично они исчезли? Ну, то, что им понравится, они возьмут. То, что там будет какой-то диван. Ну, вот вы говорите, в частности, деньги, они могут исчезнуть? Ну, они доступ имеют? Ну, конечно. Все открыто, они везде доступ. Они круглосуточно здесь стоят? Да, они, ну, автобусы стоят. Их, ну, ну, я вижу, день, да. Второй день. То есть, это тот автобус, который изначально был, который я вчера утром здесь видел. Это те же люди, да? Или они меняются? В камуфляжах были люди, в бронежилетах, а тут я не готов вам сказать. Не знаю. Я... Ну, ведут они как-то себя довольно странно. Ну, они свою работу делают. Они на работе. Им сказали, они делают свою работу. Ясно, спасибо.